Приветствую вас. И первое, что мне хочется вам сказать, это то, что у вас довольно-таки неплохой литературный язык и стиль. Вы, как мужчина, достаточно хорошо оцениваете свои возможности, знаете свои сильные и слабые стороны. Вы понимаете, что вы можете сделать, что вы сделать не можете. Вы понимаете, что у вас есть определенные ограничения в плане познания чего-либо, но, тем не менее, уровень вашего осознания говорит о том, что вы не глупый человек. Понимаете, есть одна такая очень простая истина, что глупый человек себя никогда глупым не назовет. Знаете, в чем проявляется глупость? Что есть глупость в узком смысле? В узком смысле глупость – это когда человек ничего не подвергает сомнению. Вы знаете, почему появились все науки? Вы знаете, откуда взялись все науки? Науки взялись из-за одного очень простого вопроса. Почему? Этот вопрос, он интересовал очень многих людей. Почему происходит так, а не иначе? Почему, например, встает солнце, почему дует ветер, почему идет дождь и так далее? И вначале, как вы, наверное, знаете, а если не знаете, то я вам скажу, вначале были мистические, мифологические, магические объяснения того, почему это происходит. Например, говорили, что боги гневаются или боги наказывают людей, и за это они посылают им дождь, громы и так далее. Но человечество развивалось, росло, и однажды этого им стало недостаточно. Однажды люди сказали, точнее кто-то один сказал, а так ли это? А действительно ли Бог посылает на землю те стихии, которые имеют место? И тогда этот человек создал науку. Наука, которая призвана объяснить мироздание. Это наука философия. И вы знаете, я читаю ваше письмо, я читаю ваш текст. Я могу только догадываться по нему, какие у вас есть проблемы. То есть, конечно, сами проблемы мне ваши ясны. Другое дело, поверите ли вы мне, если я вам о них скажу на данный момент. У меня вот почему-то такое чувство, что не поверите. Вы так сильно убеждены в том, что вы глупый человек. Вы так свято в это верите, что не представляется возможным вам доказать обратно. Но тем не менее, раз вы пришли сюда, на наш ресурс, раз вы начали писать что-то, раз вы делитесь с нами этим, значит, все-таки вас это волнует. Хотя вы говорите, что вас не нужно жалеть, но вы сами уже себя жалеете, когда говорите, что будете просить прощения у своей мамы за то, что вы, например, не смогли. Вот вы знаете, не просить прощения нужно у вашей мамы, а лучше продолжать искать
свое место, продолжают искать свое призвание, продолжают искать то, что вам нравится, и не отчаиваться. А вы, похоже, уже отчаялись. Давайте еще раз пройдемся по тому, о чем я сказал в самом начале. Глупый человек – это тот, который не подвергает ничто сомнению. Это означает, что глупый человек уверен в своей правоте. Всегда. Для глупого человека весь мир очень ясен. Для глупого человека все предельно понятно, предельно просто. И каждая ситуация, для него является типовой. То есть абсолютно любую ситуацию он воспринимает как совершенно нормальную, как совершенно правильную, как обычную ситуацию. Вы так не делаете. Вы так не чувствуете себя. А значит, вы как минимум не глупый человек. Еще раз. Глупость — это тогда, когда человек не признает, не допускает своей ошибки. Вы это делаете, соответственно, вас глупым человеком назвать нельзя. Говоря о проблемах, которые у вас имеются, мне бы хотелось отдельно отметить следующее, что, безусловно, есть проблемы с уверенностью в себе, самооценкой. Проблемы есть со страхом оказаться глупым, со страхом оказаться никчемным и так далее. И поскольку у вас есть откровенный страх, вы боитесь, да, боитесь с ним работать, боитесь, что не справитесь с тем, что от вас ждут, чего вы хотите, боитесь, что не справитесь со своими обязанностями, то думаю, что работать нужно в этом направлении в первую очередь. Как работать? Для начала вам нужно все-таки для себя определить, а вот что из всего, что есть, у вас получается лучше всего. Мы сейчас не говорим, что вы именно отлично, прекрасно, хорошо справляетесь с чем-либо. Мы говорим о том, что у вас получается хорошо. Вы склонны обесценивать то, что вы делаете. Вы склонны не придавать значения тому, что вы можете, что вы умеете. И эта негативная установка также нуждается в проработке и в коррекции. Например, вы говорите, что можете собирать компьютеры. Вы говорите, что для вас сменить термопасту, например, и там вот что-то такое сделать, да, ничего не стоит. Вы пишете, что с этим может справиться любой человек. При этом я совершенно точно могу заверить вас, что в данном случае вы не правы. Далеко не каждый человек может собрать системный блок. Да, это работа по схеме. Да, это работа по научению. Да, это работа по определенным алгоритмам. Но мне кажется, что здесь вы не имеете представления, достаточного представления о том, а как вообще говоря происходит процесс обучения. Сперва все начинается с теории. Думаю, что так всегда было, есть и будет. Такое впечатление, что вы сразу хотите научиться делать какие-то вещи,
самостоятельно, без соответствующих, допустим, книг, без соответствующих, допустим, учебников и так далее. А так не бывает. Не бывает, что человек сразу умеет все делать. Вот вы говорите, что с компьютерами работали потому, хорошо работать с компьютерами, что у вас был сосед компьютерщик, и вы как бы никогда этому не обучались, у вас это, ну, вот, изначально было. Значит, какие-то навыки к обучению у вас есть. Да, они, может быть, не такие, как у других людей. Да, может быть, вы не способны воспринимать информацию так, как это принято. Но это не значит, что вы глупый человек. У вас просто своеобразная система, схема восприятия. И это правда. Кроме того, я думаю, что еще не факт, что у вас схема восприятия является особенной. Потому что человек действует через три основные схемы сознания. Это наглядно действенная схема, то есть когда человек видит, как происходит образ требуемого действия. Например, если я скажу вам, как завязать узел, то для того, чтобы показать это, мне нужно вам продемонстрировать наглядно, как завязывается узел. Далее, наглядно образная деятельность. Точнее, наглядно образная даже не деятельность, а наглядно образная схема познания. А здесь можно говорить о том, что существует такой рисунок. То есть вот на рисунке, да, есть, собственно, образец того, как все должно быть. И вы воспринимаете не конкретное действие уже, а вы воспринимаете схему. Алгоритм, схема. Это более сложный процесс восприятия, но, тем не менее, это он и есть. И, наконец, последний вид схемы познания, это когда мы читаем текст, и из текста у нас формируется правильное поведение, правильные действия. Понимаете? То есть идет от усложнения, то есть от упрощения к усложнению схема познания происходит. И каждый человек обладает наиболее приемлемой, наиболее удобной для него схемой этого собственного познания. Поэтому вам нужно всего лишь определить для себя, какая схема познания для вас лучше всего подходит. И определиться с той сферой, которая вам интересна. Например, вы можете собирать компьютеры. И если честно, мне непонятно, почему вы этого не делаете. То есть, что мешает вам сделать вот эту деятельность, которая у вас есть, деятельность, я имею в виду подбору компьютера, своей основной. У вас есть не опыт, у вас есть навык. Почему этого не сделать? Думаю, вам нужно ответить на этот вопрос самому себе. Кроме того, полагаю, что вам не подходит такая работа, когда за вами ведется наблюдение. То есть, когда от вас требуется прямая в реальном времени ответственность и прямая в реальном времени деятельность. Это вас не устраивает.
Соответственно, работа по сбору компьютеров является именно такой. Вы находитесь в своем удобном кабинете или удобном месте, может быть, это какая-то комната или склад, где никто не торопит вас, и вы спокойно собираете человеку компьютер. Никто на вас не давит, никто от вас ничего не ждет. Нужно подбирать не только сферу работы, не только деятельность отбирать по предмету, но еще и, что очень важно, отбирать деятельность по условиям ее, по принципу построения этой деятельности, чтобы она вас устраивала. По сути дела, что происходит с вами? Вы занимаетесь не тем, что вам нравится. У вас нету, точнее, так скажем, у вас не очень хорошо развита одна из составляющих интеллекта, а именно творческая. Но зато хорошо развита ассимилятивная. То есть вы хорошо приспосабливаетесь. Но если человек хорошо приспосабливается, это не значит, что он абсолютно все воспринимает разом. Вы воспринимаете то, что вам, ну, то, к чему вы имеете склонность, то, к чему у вас есть способность. И в этом нужно отдавать себе отчет. Вам нужно перестать, во-первых, сравнивать себя с другими людьми. Для этого необходимо поработать со своими интересами. То есть, что вам лично интересно. Что вам лично нравится, чем бы вы хотели заниматься. Еще раз повторюсь, из вашего письма следует, что вы хотели бы заниматься сборкой компьютеров. А деятельность, надо сказать, очень хорошая. И стараться без оглядки на других людей развиваться в этой деятельности. До тех пор, пока вы стремитесь быть похожим на кого-то, у вас будут проблемы. Вам не нужно быть стараться похожим на кого-то. Вам нужно быть просто собой. Быть не лучше кого-то, а быть просто лучше. Это просто на самом деле. Это легко, но в действительности довольно сложно. И это станет возможно лишь после того, как вы обретете свои интересы. Как вы побудете наедине с собой, например, и подумаете, а почему же я не могу заниматься тем, что мне нравится, ведь у меня такая возможность есть. И когда вы определите, что действительно вам интересно, ничто наиболее подходит вам, ничто наиболее легко, а именно, что интересно, у вас будет стимул этим заниматься. Но начинать нужно с малого. То есть не нужно сразу, например, идти работать в этом направлении. Сперва попробуйте. Просто попробуйте для начала делать то, что вы хотите. То, что вам нравится. Просто попробуйте. Где-нибудь, у кого-нибудь, у знакомых, у друзей, попробуйте заняться тем, что вам нравится. И тогда вы будете иметь представление о том, каковы ваши способности. Тогда вы наглядно убедитесь, что то, что вы делаете, у вас получается, вам останется лишь преодолеть страх. И для этого, опять-таки, можно использовать различные вспомогательные приемы. Например, попросить вашего друга сходить с вами вместе в первый день работы, чтобы он не позволил вам пройти мимо нее. Полагаю, вы можете это сделать легко. Главное иметь цель, а как вы ее добьетесь, это уже в данном случае не особо важно. Я бы сказал, что вам необходимо также поработать с мужским поведением. То есть непосредственно определить для себя, что является, что есть для вас мужское поведение. Его вам явно не хватает. Если будет интересно,
пишите в личку. Также пишите в личку, если какие-то вопросы остались по существу того, о чем я вам говорил здесь. Желаю вам удачи, всего доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.